Дальше стань. Что? Дальше стань. Что, так оно рыба гласно, но нормально. А, не, я вижу, что лица не было видно. Зарю-базарю, потом так. Еще раз. А что там? На балках нету, ничего? Я только мусор набраться. А, все, так нормально. Всем привет. Люблю я возвращаться на объекты по несколько раз. И сейчас я вернулся на последний, который я посещал. И мы решили спуститься, насколько это возможно, насколько это веревки хватит, вниз по ходкам, в тот самый большой, самый глубокий ствол шахтный. Посмотрим, что из этого получится. Еще раз повторюсь, нахожусь я в вентиляционном канале, примыкающий к действующей шахте, этот ствол точнее, примыкает к действующей шахте. Здесь нехилый сквозняк очень ощущается, при том, что температура сейчас ниже нуля, поэтому здесь очень холодно. Но нас это не останавливает. Мы слезем вниз. Так что поехали. Там тебе уже перед ступами вниз. Офигеешь, Эрки? Ты в двух перчатках? В двух перчатках? А где вторые? У меня тоже руки подофигели. Да, там гвозди. Я думаю, она не должна съехать. Главное, чтобы не запуталась этих 100 метров веревки, бо это жопа. Ну все, лезем вниз. Все вот в таком вот ужасном состоянии. Слезаешь? Слезаешь? Там тесно вдвоем. Я хорошо, я понял, я сейчас слезу ниже. Жопа. Просто жопа. Еще одна жопа. Тут там совсем нет защитного окна. Да, тут с одной стороны только. Дошли до такой глубины, что уже грунтовые воды стекают по стенам, и очень отчетливо слышно этот звук, капающий
стекающий. Такие препятствия на пути у нас. Глыба, я ее сдвинуть не смог вообще. Придется шкериться туда. Сейчас мы скинем вот эту вот глыбу вниз. Она нам очень мешает, когда будем спускаться, чтобы на голову нам ничего не летело. Сейчас избавимся от лишнего. Давай, я готов. Держишься там? Там еще я фиг сдвинешь вообще. Давай перелазь, да. Вот это. Ее надо тоже, блин. Но она так хреново упала. По чуть-чуть пробираемся. Много еще? Нам не видно, еще три точно. Препятствия мы облазим вот так вот по внешней стороне ходков, потому что полностью замерзло отверстие на лестницу и пройти невозможно. А внизу снега, так что путь усложнился. Тут вообще везде снега. Снега вот такие вот, это ходок. И вон лестницу, чуть-чуть видно лестницу. Вот так все стекало, замерзало. И пройти туда нельзя. Мы спускаемся дальше. Слез я. В общем, очень упоротый залаз. Без всяких лестниц. Туда выхода нету. Еще и на голову может эта херня упасть. Короче, лестниц нету. Наверх пришлось по льдине спускаться. И подниматься, наверное, так сама придется. Очень упоротое место. Все, спускаюсь дальше. Ну все, я на предпоследнем ходке.
дальше обрыв, дальше голый ствол. Видать, хатки еще были, но их отрезали. Горизонта нет. Ну, глубина, судя по веревке, сейчас метров 90. Я спустился. Ствол очень большой. Вода течет. В общем, фейл. Можно подниматься обратно. Потрачено. Так, ну слазили мы по хаткам, насколько это было возможно, вниз. Слазили мы на глубину примерно 90 метров. Веревки хватило еще бы метров на 10, но хатки закончились. Горизонта не было. По сути, во времена, когда шахта работала, ее уже, наверное, собирались консервировать, хатки до этой глубины, до 100 метров примерно, начали спиливать на металл. И дальше пошел голый ствол. Поэтому мы спустились на самый низ и светили фонарем в самую глубину ствола, и ничего не было видно. Ну, в общем, как-то так. Оно хоть снимает? Ну да. А то вдруг, я думаю, тебе тут стою, рассказываю. Короче, подписывайтесь на канал. Будет еще интересное видео. Всем пока, ставьте лайки.